Как известно, в нашем городе после лета сразу зима, поэтому многим детям в своей жизни ни разу не удалось насладиться осенью. А чтобы малыши знали хотя бы чуть-чуть об этом времени года, для них организовали представление в стиле «Осень». Мы уже позавчера проводили подобное мероприятие, детям вообще очень сильно понравилось, они играли, такие довольные ушли. Зрители осеннего концерта, это воспитанники центра «Елена» и детского сада «Русалочка», были и участниками представления. Малыши читали стихи и пели песни. Стало доброй традицией посещения осенью представителей творческих коллективов ГДК «Олимп» и детского садика «Русалочка», нашего учреждения. Дети приходят к нам с концертами, со стихотворениями. Наши дети с нетерпением ожидают этих встреч, всегда уходят в хорошем настроении, с положительными эмоциями. До этого для воспитанников центра «Елена» показали еще одно представление. Тема выступления актеров городского дома культуры «Олимп» – нарушение правил дорожного движения. Актеры театрального кружка строят планы и на проведение других мероприятий. Малые спортивные игры мы можем провести. Затем у нас, наверное, программа будет о матери, потому что в ноябре близится праздник, День матери. Вот. Ну а дальше будет видно, естественно, наверное, новогодние какие-то приключения тоже будут радовать детей. Воспитанникам Центра социальной помощи семье и детям «Елена» можно помочь не только подняв им настроение, но и материально. Для этих целей создан лицевой счет учреждения, куда вы можете перевести денежные средства. Реквизиты вы видите на своих экранах. Дмитрий Самойленко, Александр Анфимов, новости Губкинского.